Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Это видео я снимаю не одна, а со своим ассистентом. Всем привет! Он мне сегодня будет помогать. Распаковка будет необычная, скажу это сразу. Здесь у нас есть три коробочки от Z-Box. Это сервис случайных подарков. И самое интересное, что мы абсолютно не знаем, что там внутри. Мне безумно интересно посмотреть, что сюда положили. И еще у меня есть для вас очень классный сюрприз. Я хочу провести конкурс, будет 3 победителя, и вы получите одну из этих коробочек Z-Box. Условия очень простые, все, что вам нужно сделать, это обязательно поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал, подписаться на канал Z-Box, все ссылочки оставляю внизу в инфобоксе, обязательно перейдите, посмотрите. И также вы должны оставить на канале всего лишь один комментарий. Словом, участвую, и обязательно укажите свой город и ссылочку на страничку ВКонтакте, либо Инстаграм, чтобы в случае победы я с вами по-быстрому связалась. В общем, ребята, я желаю вам всем удачи, ну а мы начинаем. Поехали. Вообще, на сайте есть 4 категории подарочных коробочек. У меня микс-бокс, значит, здесь внутри будут какие-то гаджеты, прикольные штуки, плюс сладости, это также микс-бокс. И эта коробочка идея бокс, то есть здесь будут какие-то классные вещички для творчества. Может быть, блокнот или ручки, сейчас посмотрим. Но сначала какую вам открывать коробку? Так что у меня. Хорошо. Это интрига. Да, вообще так интересно. Что это же просто там? Самая большая коробка. Смотри, придется резать. Я люблю самые большие коробки. Так, мы разрезали. Ух ты! Так, срываю эту бумагу. Давай посмотрим. Стоп, подожди. Я совсем забыла. А вот здесь есть такая штука. Защитное поле. Его нужно стереть и узнать, какой подарок вы выиграли. Значит, тут предсказание. Давайте сотрем на всех коробках. Тут предсказание, тут мини-бокс. Вау, то есть мы выиграли еще одну коробочку. Нам ее пришлют. В ближайшее время нужно отправить заявку. И здесь, что это? Джелли-белли? Конфеты какие-то? В общем, да, я сама не знаю. Сейчас будем смотреть. Так, разрываем. Так, давай доставать по порядку. Первое достаю я. Так она забита под завязку. Давай откроем, ты не вытянешь она давай все сверху. Давай не смотри. Так, первое я вытянула. Объектив. Это свеча или нет? Что-то съедобное. Слушай, я не знаю, что это. Смотрите, Dolce Crema Latte Deluxe. Так это не съедобное? Я не знаю, что это такое. Без понятия, честно. А ну, открой крышечку. Я подумала, что это свеча, наверное, это куда-то десерт, мы съедим свечу. Ух ты! Нет, это точно не свеча. Не пахнет. Открой вот эту штуку. А дай. Я не знаю. Я не знаю. Пробуй ты. Ладно, давайте отставим это в сторонку. Да попробуй. Чем? Пальца? Там вилки нет? Сладкое, я же попробовала. Может, мы свечку съедим? Ну же это смалец. Ух ты! Ну какая-то кокосовая. Как вау! Это белый шоколад. А, точно, да. Это белый шоколад пористый, но ух он. Ты. Но он густой. Угу. Классно. Я люблю шоколад. Откуда это? Даже не пойму, какая страна производитель. Так, теперь я тяну. Германия. Я тяну. А ну, ого. Тут коробка в коробке. Термо? Starbucks. Это... А, ну это тебе. Ты что, любишь? Подожди, так а что это такое? Ложечка. Чашка очень крутая, вы только посмотрите. Такая рельефная, интересная. Starbucks, кофе. Ну что это? А, это крышка. Да, накрывать. Чтобы заваривать, да? Угу. Из натуральной древесины. Ух ты. Действительно классный подарок. Думаю, всем понравится.
Тяжелая? Не, легкая. Нет. Давай ее отставим туда, чтобы не разбить. Что-то маленькое. Это сладости. Помимо сладостей, она же здесь. Класс. Орехово паста с какао. Это хлеб не палочка. У нас в магазинах такая не продается, да? Ух ты. Вау, значит, тут палочки и... Можно окунать их в шоколад? Специально не ужинала, знала, что здесь будут попки. Сладости. Это попки. Странно, почему здесь одни сладости? Может это... Подожди. Давай же откроем. Маленькая шута. Есть батончик маленький. Ладно, давай все достанем. Вау! Это, я думаю, это какая-то флешка. Смотрите, какая классная. Это стакан колы. Здесь лед. Сверху лед. Что-то нереально красивое. Ой. Да я так нервничаю, что руки меня уже не слушают. Лип – это помада. Вот, смотри. Вау, ничего себе. Смотрите, это такой бальзам для губ. Вы откручиваете. И вот такая. Как она пахнет колой. А, у меня сейчас есть помада на губах. Такая жирная. Безумно приятно пахнет, да? Только посмотрите, какой классный дизайн. Я в шоке. Я бы никогда не догадался. Да, у нас такая помада нигде не продается. Это ты что, это произведение искусства. Да, согласна. И тем временем мы уже открыли палочки. И фиксируется, смотри как. Да, да. Вот смотрите, это такая солонка в клубнике. Ух ты, как запахло. А ну. Я люблю такое. Угу. Производство Таиланд. Как бенгальские огни. Классно. На следующий я достаю печенье. О, это, наверное, зефир. Из Бельгии, да? Да, бельгийские вафли. Вот такие. Сейчас пока пробовать не будем. Пряники. Бельгийские пряники. Опа! А это маленькие леденцы, я знаю. Я так думаю. А фруктовый микс? Ой. Смотри, ну, я хочу открыть. Дрожжи. Супер, о, так аппетитно пахнет. Ну пока дрожжи не будем пробовать, чтобы можно на камеру... Я... Нет, нельзя чапкой, на камеру будешь грызть конфеты. И вот самое последнее. Зуби. Батончик кокосовый глазурованный, фруктовый коктейль. Подожди. Не, пустая, больше ничего. Да подожди, предсказание. Ваше предсказание. Учитесь записывать свои мечты и цели на бумаге. Совершенно согласна, только собиралась как раз это сделать. Бельгийские пряники, сейчас попробуем. Ничего себе. Очень классно. Такие нежные. Нежные. Да. Следующая коробка, которую мы откроем, будет еще один микс-бокс, то есть сладости и что-то необычное и интересное. Интересно, сладости будут другие? Или такие же, как ты думаешь? Я думаю, что будет еще лучше. Мне эти безумно нравятся. Слипнется, наверное. Так, давай теперь я разорву. Вообще, когда вы делаете заказ на сайте, вы можете выбрать пол и возраст человека, его предпочтение. Согласно этому, наполнят коробочки, согласно этой информации. Итак. Кстати, срок годности конфет 2 года. То есть до какого числа?
Так, я не буду подсматривать. А давайте вы посмотрите, что там. Да, 20-го. Не смотри. Не смотри в объектив. Вот. Вам видно, что там или нет? Мы еще не знаем. Сейчас будем смотреть. Не томи. Кстати, тут же было написано Jelly Belly. Что это значит? Непонятно. Наверное, мы об этом узнаем. Ух ты! Давай положим. Ну не смотри. На. Это пудра? Не знаю, да? Порба. Ну если... Да. Если пауэрбанк, это круто, у меня еще не было. Где ты прочитал? А вот. Вот это для тебя. Смотрите, какой стильный, мужской. Такой лаконичный. Не яркий, не детский. Тебе нравится черный? Ну да, 2500. Может быть, и мне попадется, я тоже хочу. Ну, мне пока что не нужен, тебе нужнее, да? Зарядка, да? Да, суперская, ты шо? Это мечта моя. Ну, поздравляю. Теперь буду всегда на связи. А мне попались, я знаю, что это бальзамы для губ. Так, один мне уже, где ножницы? Какие бальзамы? А, да ты шо? Ну, могу тебе один подарить. Такие бальзамы для губ в виде сладостей. Пирожное, да? Да, в виде пирожных. Давай. Дай мне один. Угу, бери. Сейчас посмотрим, они одинаковые или нет. Такие маленькие капкейки. Так, с какой стороны они открываются. Такие бальзамчики. Мне попался нежно-розовый. Приятно пахнет. Ух ты. Можно даже будет кому-то подарить, мне в принципе 4 не нужны. Ну, пальцем или ватной палочкой набирать. Прикольные, мне нравятся. Такие необычные. Их можно и съесть. Да не, лучше не надо. А следующее, что я... Слушайте, а ты знаешь, что тут ты замерзаешь? Да, варенье. Что такое тяжелое? Да, маленькое. О, это варенье, помнишь, как мы покупали? Из Франции, французское варенье. Значит, что здесь написано? Это джем. Первый джем малиновый, потом апельсин и имбирь, ананасы, манго и инжир. Каждая баночка 28 грамм. Два последних продукта. Вот этот подарок Jelly Belly. Интересно то, что я думаю? Ух ты, смотри. Черница, кокос, черника, кокос, зеленое яблоко, тутти-фрутти. В общем, это подарок. Видите, здесь написано ваш бонусный подарочек. И еще у меня здесь есть натуральный батончик Охана, дыня. Финики, дыня, курага, миндаль. Опять же, оставлю на черный. Ты как эксперт по запахам. Очень классно. Это апельсин, да? Тем временем открываем следующий бокс. С товарами для творчества. Ну ладно, я не буду пробовать. Классно. Такого никогда не было. Такой все не съешь. Пахнет Францией. Это кто любит сладенькое, очень, очень вкусно. Честно, ребята, я даже не подозреваю, что здесь лежит. Думаю, может быть, какой-то блокнотик, ручки, маркер. Не знаю. Но коробка большая. Слушайте, я не могу понять, почему здесь опять сладости? Молоко. Нарисована корова. И курица. Да. Корова и курица. Может быть, какие-то карандаши? Я думаю, это не сладости. Потому что бокс тут творческий. Я не могу съесть. Сейчас я попробую съесть. Не хочу разрывать упаковку. Так, не достану. Боже мой, ничего себе. Это заметки. Странные какие-то заметки, непонятные. Смотри, это заметки. Зачем настолько заметок? Ребята, может быть, я чего-то не понимаю. Наверное, эти заметки популярны. Может, они как-то пахнут. Почему здесь нарисована корова и курица? Написано молочные заметки. Ну, что-то они просто не знают. Да, чего-то мы не понимаем. Может, они как-то проявляются. Странно.
точно такие вот листики. Уже их надо есть? Нет. Так, следующее, что я достаю, это... О-о-о! Вау! Это наушники. Да. Очень супер, классные, такие, да? Такие стильные. На, открывай. Они сделаны как молния. Да, в виде замочка. Белого цвета, универсальный цвет. Смотрите, блокнотик. Я всегда очень рада блокнотам. Красный блокнот с вот такой прикольной птичкой. Тут, значит, здесь 128 страниц. Компактный формат. Его можно везде собрать. Я обратила внимание, все странички светло-оранжевого цвета. И на карте нарисована птичка. Смотри, как он прикольный. Посмотри. Ты любишь блокнот? Ну, даже тебе не подойдет такой на работе, он ведь... Жалко. Длинный. А это брелок. Я уже подобные брелки не видела. А брелочек, или даже это зеркальце. Сейчас посмотрю. Ух ты, лимон. Угу. Зеркальце в виде лимончика. Ну я обычно, вот смотрите, какое прикольно. Обычно я ношу с собой пудру, и там уже есть зеркало, так что даже не знаю, куда его. Это зеркало я забираю себе однозначно. Да? Ну, типа, неплохой, да, дизайн? Можно, кстати, снять брелок, он, наверное, тебе конечно. Не нужен, да? Зеркало очень нужно. Ну, такое компактное, смотрите, тонкое. Так, показывай наушники. Упаковали, конечно, они. Хорошо. Старались, да. Ну, фирменные, да, это аккуратно. Дай попробуй их открыть. Класс. Самое главное, знаете, когда я одеваю наушники, новые или старые, или свои, у меня такая привычка, я всегда смотрю вот эти вот отверстия, чтобы там чего-то не было. То есть каких-то жуков, не посноказать, что что-то... У меня будет в ухо. Ну... Значит, здесь еще много всего. Знаете, да. Этот бокс очень классный. Это наклейки. Посмотри, какие они объемные. Париж. Смотрите, ребята, какие прикольные наклеечки. Можно использовать их для личного дневника, для оформления. Еще одни наклейки уже с фруктами. Я таких наклеек нигде не видела. Это что это? Проснулся? Не видел. Это подарок, когда мы стирали монетка, это вот такие вот леденцы. На, открываем, уж один попробуем, только не чапкой на камеры. Этот блокнот, кстати, очень крутой, я о нем также знаю. Давно подобный хотела. Ты знаешь, что это за блокнот? Даже не подозреваешь. Ребята, вы, наверное, догадались, что это за блокнотик, смотрите. Знаешь, что это такое? Ну, посмотри на блокнот. Витамины. Там каждая конфетка имеет свой вкус. Сзади написано. Черника, малина. Ну ты знаешь, скажи, что это за блокнот? Mm-mm. Не догадывайся, смотри. То есть видишь попугай, смотрите. Только попугай берете, это как бы ручка с металлическим наконечником. Вот так вот шкребешь, стираешь защитный слой, и у тебя появляется рисунок. Вот такой рисуночек. Еще одна большая коробка. Магические кристаллы? Вы знаете, я всегда смотрела на YouTube видео об этих магических кристаллах. Если он у меня появился, то я обязательно покажу вам свой кристалл, который буду выращивать. Ты вообще в курсе, что его нужно выращивать? Первый раз слышу. Нет. Это вместо рук? Не, его надо махать. Было выращивать. Привет. Все, закладывай все обратно, чтобы мы не потеряли. У нас вот на этом дереве вырастет вот такой кристалл, ты понимаешь, он будет твердый. Опа! Это клей с блестками. Вот у тебя бороду. Как? Вот так, брать помаду, чтобы блестело. Деда Мороза? Да. Но зачем я ношу на руку? Это же не блеск. У меня когда-то был клей, еще, наверное, лет 10 назад. Так это конфета, теперь это жвачка. Так, в общем, это клей. Это прищепки, я уже подсмотрела. Прищепки очень нужная вещь. Можно ими декорировать подарочки. Что там еще? Много всего? Ух ты, смотрите, какой классный блокнот. У меня подобные блокноты были, в принципе, и сейчас есть. В таких блестящих твердых обложках. Это ручка? Не знаю, какое-то тонкое-тонкое. Ладно, я разрываю. Я рву все. Смотрите, какой классный блокнот. Он, по-моему, в линеечку, да. С очень качественными листиками. Все ручки тоже закончились, нас плохо пишут.
Эти хорошие, да? Да. Ого, дерево. Все, больше ничего нету? Визитка. Как визитка? Может, что-то еще есть? Все, ребята, это были все подарки. Посмотрите, сколько их здесь много. Сейчас мы будем объедаться сладостями. Я пойду сделаю чаек. Но больше всего мне понравилась вот эта штука. Очень вкусная. Ну, безумно. Жаль, что тут нет русской инструкции. А у меня вот эти. Очень нежные. Я заметила. Че, супер. Очень нежные. Ребята, честно вам признаюсь, я не очень люблю сюрпризы, но от распаковки Z-бокса получила нереальное удовольствие. Мне все товары, которые были внутри, понравились. Сладости классные, да все-все-все, чашка. Наушники. Сладости все очень вкусные, очень необычные. Таких я не встречал в наших магазинах, их просто да. Не продают. А это такая подзарядка тонкая, можно положить в любой карман, компактная, мобильная. Ну как раз тебе будет, да? Да. Класс. В общем, не только подарки для меня, как вы видите. Ребята, кстати, хочу вам напомнить, я же получила еще в подарок мини-бокс. Хотите, чтобы я сняла распаковку или нет? Если да, то напишите в комментариях. И обязательно участвуйте в конкурсе. Напоминаю, будет 3 победителя. Обязательно выполняйте все условия, и вам точно повезет. Я хочу, чтобы вы получили этот заряд позитива и радости, какой получили сегодня мы. На этом, пожалуй, будем уже заканчивать видео. Желаем всем хорошего настроения, и всем пока! Пока-пока!